Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы пойдем в пустыню, да? Сейчас, секундочку, ребята. Сейчас мы пойдем в пустыню ловить Сандила. Но я сейчас уже знаю, ребята, где он спавнится. Я уже нашел... Вот где-то вот тут он спавнится. То есть... Он спавнится в пустыне, да? Но тут еще такая фигня в этих новых версиях, что там еще в пустыне дополнительная пустыня, а в дополнительной пустыне еще отдельная пустыня, а в той пустыне еще другая пустыня, и та пустыня называется не обычно Desert, то есть пустыня, да, Desert, а называется Desert M, то есть... То же самое пустыня, просто другое название, и вот он там спавнится. Он не в обычной пустыне спавнится, он спавнится в пустыне, только, как бы можно сказать, обычное, только другое название. Я не знаю, почему так, но давайте, ребята, туда пойдем. Только нужно туда ночью идти. Сейчас что, ночь, день, точнее, когда будет там ночь? А хотя это только день сейчас настал, да? Ладно, пока ночи еще нету, ребята. Давайте-ка мы, наверное, вот это все продадим. А давайте сделаем, ребята, за то время... сделаем за то время еще один магазин. Чтобы мы могли там продавать те вещи, которые у нас уже есть, но... Которые мы еще не можем продавать в магазине. Так, смотрите, давайте поставим на продажу орбы. У нас 46 орбов, которые просто валяются. Нам, в принципе, нужно только 3 орба, а у нас их 50 штук, поэтому как-то ба-ба-ба-бам, не очень. Так, это давайте все сюда поскладываем. Что сюда можно. Нет, левел болы заберем. Это. Еще вот это. Отлично. Сюда давайте поскладываем вот это. Сюда еще. Мунбол, лечилку. Так, и сюда. Так. Отлично. Нет, еще вот сюда вот это. Так, вроде все поскладывали. Тут у нас что-то есть, вроде нет. Так, ребята. Что мы будем продавать? Давайте мы сможем продавать орбы. Давайте мы, что бы еще, что у нас нету, а мы можем продавать. Ну, фосилы это такое, тут фосилы нет. Тут есть какие-то вещи, которых в магазине еще нету, но это только такие пару вещичек. То есть, смотрите, у нас нету, вот, что мы не можем продавать? Мы не можем продавать вот это, вроде вот это. Вот эти две штучки, эта штучка и вот это. Остальное мы вроде все уже можем продавать. Но, в принципе, да, тут смотрите, сколько, офигеть, сколько вещей. Но я не знаю. Ребята, а может поставить их как дорогие вещи, потому что сама суть то, что они выпадают раз там, не знаю... Ну, смотрите, если до сих пор у нас только вот тут одна вещь выпала, например, с этого... Да чё ты... Например, если одна вот эта вещь только выпала, то какая она редкая, да? Так, это у нас тут кто? Magikarp. Ну, давай Magikarp. Сейчас, ребята, мы идем делать магазин, не смотрите то, что я летаю, просто зачем выключать, если нам и так нужно его сейчас будет убить. О, там еще кто-то был. Но если он сейчас не пропадет, когда мы вернемся. Так. Вот так. У, мастербол, отлично. И там еще кто-то был, но мне кажется, что он уже пропал. Да. Поэтому, ребята, идем. У нас здесь да, куча орбов, которые мы просто-напросто не используем, а их можно попродавать и нормально даже ресурсов получится. Вот так. Не ресну, а алмазов, да, если мы их продадим. Например, тут у нас что? Алтари, вот это все, да. Тут у нас что? Шапки. Вот эта шапка у нас есть. Так что, точнее, мы ее можем продать, так что выкидываем. Эта шапка тоже мы можем продать. Но мне кажется, за это нужно
А чё выкидывать? Я же её взял, как бы, это мои шапки. Чё их выкидываю, если мы их можем продать просто-напросто? Вот так. Я их выкидываю такой спокойненько. Так. Ребята, сейчас давайте я подумаю. Может еще немного цены поднять. Хотя, в принципе... Ну, тут есть такие шапки, которые, в принципе, дорогие, но они что-то тут очень мало стоят. Сейчас покеболы нормально. Каждый покебол 2 алмаза. Камни эволюции, ну, тоже нормально. Каждый камень 2 алмаза. И каждая вот эта лечилка тоже 2 алмаза. Нормально. Тут. Давайте еще посмотрим. Вот так. И сейчас еще вот так. Небольшая такая... Такие изменения, да? Так, тут что можно поднять, что стоит более-менее? Вроде все тут нормально. Вот эти две штучки. Вот так может. Тут у нас что? Вот это такое не очень такое дешевое, это нормально, это 4, это... Давайте так. Это тоже вот так поднимем. Это можно и вот так. Тут у нас все нормально, да? Так, ща. Хотя тут тоже можно поднять, мне такая. Хотя мы и так и все там покупаем же за алмазы, поэтому пофиг. Так, еще один магазин с орбами. Хотя и делать отдельный магазин с орбами как-то, я не знаю. Может просто засунуть сюда, да и все. Так, это выкинуть. Возьмем орб, да и все, где он там находится. Орб вот. Возьмем один орб, возьмем там, я не знаю, за 2 алмаза. Нет, за 2 алмаза. В принципе, да, у нас же все за 2 алмаза, поэтому вот сюда и поставим, например, вот сюда. То есть один орб, 2 алмаза. А вот эти все шапки, ну... Да, их много, ребята, но... В смысле, много в количестве, но много видов, да, этих шапок, но мало в количестве. То есть только одна шапка, две шапки. И делать магазин для того, чтобы мы их 1-2 раза продали, как-то... Ну, фиг его знает. Ладно, пускай пока что будет вот так. Просто в том суть, ребята, что эти шапки очень, ну, можно сказать, редкие, потому что они вообще толком не падают. Это что нам выпало, там одна шапка, и это нормально, да? И за такое время выпало... Это Абра, ладно, не будем идти. За такое время выпала только одна шапка, например, вот этого типа, например, где? Вот это, или вот это, или вот это, да? То сама суть, что они не очень такие частые, и не очень они часто выпадают. Поэтому пускай будет вот так. Так, давайте тогда обратно поскладываем. Вот сюда. И вот сюда. Сейчас. Что-то я не то запихнул, мне так кажется. А, вот. Сюда. Вот это можно. И вот это можно. И вот это можно. Алмазы нужно удалить. Я же их взял с креатива. Вот так. И вот так. Отлично. Фосилы. Нужно уже, ребята, сделать себе фосилы. В скором времени. Так, ну что там, ночь, не ночь. О, это кто там у нас? Эконс. Сейчас мы, ребята, быстренько туда сбегаем. Я надеюсь, он там спавнится, потому что это уже та пустыня, где он должен спавниться. Еще пойдем посмотрим. Там вроде еще один покемон должен спавниться. Как он там называется? Ну, сейчас давайте босса убьем, пока он не пропал. Где-то он вот там, да? Это он? Нет, не он. Где-то вот тут он. Так, и... еще раз. И еще раз. Отлично. Так. Как он там называется? Покеспаун. Вот, Сиджи Лив. Точно. Я не знаю, он вроде тоже там спавнится. Так,
так или нет. Покеспаун. Покеспаун. CG-лиф, ага. CG-лиф. Точно. Ребята, еще по поводу того покемона, которого мы не могли найти, это у нас кто там? Крайогонал, или как он там называется. Он не спавнится в зимнем биоме. Он спавнится в зимнем биоме, но... с теми, как его, с большими такими ледяными пиками, да, то есть ледяными шипами, если дословно переводить, спайкс вроде. Ну, как-то так. То есть зимний биом только с ледяными вот теми шипами. И вот тот биом, ребята, если честно, мы еще до сих пор не нашли. Поэтому я даже не знаю, ребята, нужно его искать. То есть нужно, потому что без него, ребята, мы никак не словим всех покемонов, которые нам нужны. Которые вообще нужны, чтобы у нас были все покемоны. Так, вот... Да нет, тпхмся, куда нам там нужно? Вот. Минус 6700, минус 6700, 85, минус... Что там было? Да нет, какой там было? Минус... Нифига себе! Минус 100, а не минус 600. Ну, как бы... Вот видите, это обычная пустыня. Это кто? Диглет? Диглет. Это обычная пустыня, то есть, как написано, даже просто desert. А вот та пустыня написана Desert M. То есть, запихнули просто-напросто одну пустыню в другую пустыню. Их толком никак не различишь. Ну просто другое название. Как их различать, это вот включить вот это F3, да, или как это. И просто ходить и смотреть, как, что там показывает, какое название вот этого региона, где ты стоишь. Тоже немного. Зачем это они понаделывали, да? Пустыня в пустыне никак не различишь, просто другое название. И ходи, человек, ищи, где эта пустыня. Вот, ходи, смотри на F3 и ищи, где эта пустыня может быть. Потому что она точно такая, просто другое название. Я тоже сначала, знаете, не понял, когда там написано, что вот Сандил спавнится в Desert M. M, я думаю. И картинка, знаете, и сам скриншот, вот покемона, что он заспавненный, сам скриншот, что он просто стоит себе в пустыне, заспавненный, и все. Я поэтому и думаю, ну нифига себе, ну спавнится же он в пустыне. Desert M, это я не знаю, ну может прикол какой-то, да, там, Desert, Desert M, там, Desert N, Desert A, Desert O, просто, ну не прикола просто, я не знаю почему, но ладно, пускай он там спавнится. Я такой думаю, ну ладно, сейчас идем в пустыню, там его найдем. И сколько мы искали в пустыне? Мы ходили, никак не могли его найти. Поэтому я уже и думаю, ну что за хрень, ну спавнится же он в пустыне, даже вот картинка, что он стоит в пустыне. Где нам его найти, если он не в пустыне? А, оказывается, он в пустыне, но только в другой пустыне. Ну, тоже бред немного, ну. Так, сейчас уже утро будет, поэтому... Нет! Твою... Это большая, да, например, 75 и минус 150. Давайте сейчас подождем быстренько, пока это отрегенится, наше здоровье, а то сейчас опять бабахнемся и опять умрем. Хотя бы к половине. И бежим туда, потому что сейчас, в принципе, уже утро будет, а нам нужно еще успеть словить и найти хотя бы, да, то есть не факт, что он там заспавнится, хотя, ну, он не редкий, поэтому... Во, как раз. О, вот, смотрите. Это Desert M, видите? То было Desert M, Desert, а это просто, а это Desert M. Вот я уже сам запутался с этими Desert'ами, M'ами. И сама суть, что вот, видите, мы сюда пришли, и уже сколько нам показывает, кто тут есть. А мы только тпхнулись. Вот он. Это, не знаю. Говорю, что он не редкий, но... Видите, как он спавнится? А где CG? Он тут спавнится. Вот, видите? Все, мы уже словили Сандила. О! Это дело. Покедекс на 60% заполненный.
60%, ребята, и нам как раз не хватало вот этого сандила, чтобы эти 60% были. А вот где-то, где вот эта чурка спавнится? Сиджилиф, или как он там называется? Нужно его найти. Он вроде тоже тут спавнится, но только днем может. Потому что если бы он спавнился, то уже бы он тут был. Или может у него тоже такой не очень большой спан. Ну вот, сандилов тут уже куча, то есть. Все, мы сюда пришли, мы его уже сразу словили, и нам сразу показало, что у нас покедекс заполнен на 60%. Сейчас, ребят, он... Да ты зараза. Вот, словили мы сандила. Сейчас нам нужно вот этого сиджилифа словить. И после него нам нужно Крайогонала словить. Но он спавнится только в зимнем биоме с шипами вот теми, с ледяными. Поэтому, ребята, нужно будет еще вот этот биом найти. Хотя... Я не скажу, что этот биом легче найти, чем тот же глиняный биом. Мне кажется, еще тяжелее. Но... Это такое. Фиг его знать. Посмотрим потом. Так, ты какой там уровень? 39-й. Вульпикс. Еще Вульпикс. Кофинг. Ну, Кофинга мы так не убьем. Да, он летающий. Вот, Гровлита. Флорион. Отлично. Так. Ну что, ребята, ждем тогда утра. Мне так кажется. Чтобы найти вот этого Сиджилифа. Так, сначала давайте-ка мы выключим. И тут включим, ну, допустим, 5. Фига себе, уже 70 FPS так быстро стало. 77. Что ты вообще, ребят? Я просто только что проснулся, еще сам не проснулся, но уже видите, немного туплю. Сама суть, что только проснулся, еще сонный, и вот это все. Я просто, ребята, смотри, хочу тпхнуться в зимний биом. Где он? Вот он. И тут зимний лес, да, начинается, или что это? Минус 2300, минус 2300, 75 тысяч. Да, приблизительно так. И вот зимний лес начинается. А, вот кого у нас еще нету. Я как раз тебя заметил, зараза. Точно, я помню, мы его хотели словить, но не словили, потому что не словился, да? И я пообещал, что я за тобой вернусь. Но, ну давай без этого, пожалуйста. Вот ты. Иди сюда. Да с болом не хочешь, залазь в левел бол. Тебя у нас тоже нету. Во, отлично, словили. Так, что я хочу? Хочу, да. Так, сначала давайте-ка мы опять сюда. Да ты чё, прикалывайся. О, ну давай уже, ну чё ты там делаешь? Отлично. Вот сюда. Нету, не днем спавнится. Я думал днем. Ну как бы уже день, можно и так сказать. Утро, да. Кто-кто? Я как-то... А, Гравеллер? Он в земле? Да. А мы вообще в ту сторону бежим. Desert M. Вроде не в ту. Вот. Вот тут M. Уже пропал. Вот видите, ребята? Тут Desert M. 5 метров вперед уже не Desert M. И вот, нужно найти именно вот эту пустыню. Бред какой-то немного. Ну, да ладно. Так. Сейчас, ребята, я только тут посмотрю, есть ли он тут. Потому что вроде тут я смотрел, он спавнится. Или я толком не помню. Ну... Да ладно. Зато сандил у нас уже есть. А это кто? Так. Ну, давайте сюда пойдем. Нам нужно найти, ребята, вот тот биом, который не очень так легко находится. Можно и так сказать.
По сути дела, он такой же, как глиняный биом, даже еще реже, мне кажется, спанится. Поэтому я, ребята, не знаю, где он может быть. Где его искать? Ну, по сути дела, он спавнится в том же в зимнем биоме, да, но где-то может... Это тоже отдельный биом в зимнем биоме, можно и так сказать. То есть идет зимний биом, и он может там начать спавниться, потом закончится, и опять продолжается зимний биом идти. Точно так же, как вот эта пустыня в обычной пустыне. Поэтому, ребята, я не знаю, наверное, просто вот так нужно летать и искать. Может, найдем... О, нифига себе, еще один алтарь. Алтарчик. Ну, не нужно. Лут, вот это кто там был? Если он не пропал. А он пропал. Да. О, сколько мы летали, искали из глиняный биом, столько мы сейчас, наверное, будем летать и искать вот этот зимний биом с теми ледяными фигнями. Ух, фиг его знает, ребята, честно. Сколько нам нужно его будет искать? Наверное, мы так сделаем, как сделали с глиняным биомом. С глиняным биомом, да. Что я его искал, не нашел. А потом просто написал вам сид. Кто захотел, тот помог и нашел мне глиняный биом. Наверное, мы так сделаем и с этим биомом. Потому что, чтобы он быстро заспавнился, как-то не очень... Вероятно, чтобы он уже где-то вот тут был. Так, ну давайте еще вот сюда куда-то пролетим. Посмотрим, вдруг. То есть тоже, знаете, мы не можем знать, где он находится. Может, он тут за 100 метров будет находиться, потому что он действительно спавнится в зимнем биоме. То есть это как бы отдельная его часть, но... Чтобы угадать, где он был и заспавнится ли он вообще в этом биоме, фиг его знает. Сейчас, ребята, еще немного полетим. Сколько мы там уже? Давайте в эту сторону сейчас. Посмотрим, что там может быть. Так, извиняюсь. Но, по сути дела, в том биоме только спавнится один покемон. Это вот тот Крайогонал, да? Джонал или Гонал. Только вот он спавнится. Больше, если честно, никого не нашел. Ну, может, он спавнится, и может, другие там зимние покемоны, такие же, как спавнится вот в этом биоме, да, там Сил и вот эти остальные. Флаффи, Марипы. То есть, они тоже там могут спавниться. Но сама суть, что Крайогонал там спавнится, а вот в обычном биоме не спавнится. Поэтому... В обычном зимнем биоме. Поэтому нужно там тоже поискать. Его поискать. Ну, фиг его знает, ребята, честно. Это, наверное, потом нужно будет искать, летать и вот все такое. Потому что сейчас, чтобы его найти, это сдуреть можно. Или я потом сам найду, или потом посмотрим. А вот где вот этот спавнится? Нужно тоже еще смотреть, потому что у нас его тоже нету. Извиняюсь, ребят, говорю, я только что проснулся. Так, ну, его тут нету. Ну да ладно, 60% покедекса у нас уже есть, да? О, покедекс 60%. Если 60% это у нас получается 5,5 коробок, то... 50% у нас получается 5 коробок. Или 4,5, например. А нам еще не хватает 40%. То есть... Вот Крайогонал, Сиджилиф, три легенды летающие, это 5. Мьюту, Райкваза, 5 Иви, это 12. И все. Пуригон, это там... Пуригон 13-14, допустим. Ну, а Пуригон, то есть, не спавнится, его нужно будет самому спавнить. Чтобы он, в принципе, у нас был, да?
14 покемонов нам осталось. Ну давайте округлим там 15 покемонов. Нифига себе. То есть 3 легенды мы сможем заспавнить за одну серию. Это уже будет не 15, а будет 12. Но то, что еще, может, проблемы будут с Райквазой, потому что это же Райкваза, да, она не заспавнится в любое время. Нужно ее тоже, наверное, ждать, летать и все такое. Поэтому я не знаю. Ладно, давайте идем домой, ребята. Райквазу еще нужно будет поискать. Так. Что мы можем выложить? Вот, видите, эта уже штука не остается. То есть, опять какая-то новая вещь, которая у нас еще нету. Давайте вот это заберем, это поставим. Сюда давайте вот это. А вот это пойдем продадим, да и все. Давайте, я не знаю. Вот немного так орбов возьмем. Ну, фиг его знает, я говорю, ребята. Трех легендарных птиц мы, наверное, потом заспавним за одну серию. Это уже как получится. То есть Артикуна мы можем заспавнить любое время. У нас есть орб, у нас есть алтарь. Ну, как бы в зимнем биоме, да? А вот на остальных это нужно или искать алтарь, или просто купить. 5 фосилов мы, наверное, тоже, ребята, в одну и ту же серию сделаем, чтобы было много. Ну вот так, 22. И вот тут 24. Отлично. Это, я говорю, это, наверное, так мы сделаем. Сколько нам нужно? Нет, это у нас не получится всех прокачать. У нас сколько? Да твою ж, где я опять засунул раркенди? Я их выкинул или еще что-то. Или в сундуке, ну, они у нас где-то. Ну, смотрите, у нас 55 раркенди. 21 уровень для алтарии. 15 уровней для мамосвайна, это уже получается 36. 13 уровней для свамперта, это уже получается 49. И скажу, что очень мало, вот. Нам хватит только для троих покемонов, чтобы их прокачать. Поэтому, ребята, нам еще нужно идти на остров и хотя бы как минимум, прокачать всех покемонов до 50 уровня. Это как минимум. Вот по поводу, ну, мамосвайна мы сможем. Свамперта это 100% сможем, экзекьютора мы тоже сможем. Нантелоса ща посмотрим. Сможем, не сможем. Сможем, на нее можно Energy Ball изучать. Тогда сможем. Вот алтарию. Или просто ее первой кидать в бой и так ее качать. Потому что она там не очень такая сильная. Так. Вот так. И вот так. Ну что, ребята? Давайте на этом закончим. Это вторая серия за день. То есть, как было в расписании, как у нас есть. Если на первой серии в день наберется 120 лайков, то вторая серия выйдет ровно в 7 часов по Москве вечером. И вы знаете, ребята, что когда серия выходит рано, утром вы ее можете посмотреть. И плюс к тому, если на ней наберется какое-то определенное количество лайков, то вы сможете посмотреть еще одну серию вечером, и вы знаете точно, когда она выйдет. То есть, мне кажется, так лучше, потому что вы знаете точно, когда зайти, когда, если вы хотите посмотреть серию, когда зайти, когда ее посмотреть. А не ждать, ну, когда уже там она выйдет. Поэтому, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи. И всем... пока.